один из пяти видов спорта, входящий в программу всех игр современности. Речь о фехтовании, которое хорошо развито и в нашем городе. На базе детской и юношеско-спортивной школы, физкультурно-оздоровительного комплекса и школы номер 9 работают секции, где преподают тренеры с мировыми именами. В Лобне проходит свой открытый детский турнир по фехтованию на призы главы города. В преддверии соревнований мои коллеги пообщались с лобнинскими шпажистами, претендентами на медали. Открытый детский турнир на призы главы города пройдет в 8-й раз. Со 2 по 7 декабря во Дворце спорта соберутся спортсмены из разных регионов России. Лобнинская команда юных шпажистов будет одной из самых многочисленных. На женской шпаге где-то 20 человек, а на мужской немножко поменьше, потому что мальчиков у нас, к сожалению, занимается сейчас поменьше количество. Соперники у нас хорошие, тем-то и хорош наш турнир. Он детский, и на него приезжают со многих городов России. Приезжают из Новосибирска, из Красноярска, Санкт-Петербурга обязательно, ну, с Москвы это само собой. Из трех видов оружия шпага наиболее популярна. Отличается от рапира и сабли тем, что уколы наносятся во все части тела спортсмена, кроме незащищенного затылка. Этим и понравилось фехтование на шпагах Екатерине Исаевой. По стопам мамы я пошла. Только она занималась рапирой, но я в шпагу пошла. Очень много эмоций. Все переполняет, там и ярость, и злость идет, там все. Спортсменка делает большие успехи. Семимильными шагами движется к своей олимпийской мечте. Путь предстоит еще долгий. Надо тренироваться по несколько раз в неделю. Именно на обычных занятиях в спортивных школах дети делают первые шаги к золотым медалям. Изучают технику, оттачивают мастерство, отрабатывают каждое движение, каждый укол, начинают верить в себя. Я был не уверен в своих силах, но теперь уже я в старшей группе, я повзрослел. У меня уже есть некоторый опыт соревнований тут, которые прошли. Даже выходил в стадию плей-офф. Ну, очень неплохо себя, кстати, в форме держу. Тренеры стараются как можно чаще ездить с ребятами на различные турниры. Так они приобретают бесценный соревновательный опыт. Любое состязание как трамплин к большим победам, как шаг к мечте. Ради этого и задумывался лобнинский турнир – дать юным спортсменам возможность проявить себя, встретиться один на один с другими спортсменами. Каждый год открываются новые имена. Еще ни разу на турнире наши спортсмены не оставались без медалей. То есть года в год у нас в каком-либо виде, то есть шпага, сабля или рапира, есть чемпионы или призеры обязательно. Поэтому надеемся, что и в этом году будет также нам будет сопутствовать удача и успех. Борьба за призовые места обещает быть интересной, захватывающей и сложной, отмечают участники прошлых турниров. Так как приезжают со всей России, мне кажется, что для меня это будет достаточно сложно, но я буду выкладывать себя на все силы и буду очень сильно стараться. Аня Александрова – наша надежда в фехтовании на шпагах на предстоящем турнире. Вообще, за прошедший сезон о лобнинских шпажистах узнала вся страна. Такие спортсмены, как Перевозникова Алиса и Трошин Остап на всероссийских соревнованиях в городе Коврове, проходившие в конце марта 2016 года, заняли третье место. И у нас проходило недавно первенство России по 2002 году. Перевозникова Алиса, ну, она, к сожалению, проиграла за вход 8 в основную финальную часть и заняла 16 место. Остап выступил немножко похуже. Ну, у каждого спортсмена бывают и спады, и подъемы. Есть такое выражение – дома и стены помогают. Спортсмены говорят, что придают настрой, в спорте это крайне важно. Болельщики. Дорогие лобнинцы, приходите во Дворец спорта в начале декабря на соревнования по фехтованию. Там будет сабля, рапира и шпага. Игра при пустых трибунах – это очень нервно. И вот когда играешь при пустых трибунах, кажется, что ты один на всей вселенной. После турнира интерес к фехтованию обычно возрастает. Родители начинают массово приводить детей в секции. Кто-то вскоре отбрасывает оружие в сторону, другим приходится по душе этот вид спорта. Как знать, когда и чей укол шпагой будет олимпийским? Екатерина Клемешева, Алексей Орлов, Александр Михайлов, Михаил Жуков. Телекомпания «Лобня».